Всем хаюшки, с вами снова я, мистер Леонардо. И сегодня у нас обзор нового Майнкрафта 1.8.0.10. Как вы можете заметить, у меня в руке арбалет. Да-да, вы не ослышались, это арбалет в Майнкрафт. Вот так он перезаряжается и стоит на предохранителе. Да и он стреляет фейерверками. Пожалуйста, поставьте лайк, чтобы это покрыло. Проголосуйте, кто любит панк. Если любите панк, ставьте лайк и подписывайтесь. А если они вам не нравятся, ставьте дизлайк. Посмотрим, кого больше. Ну вот, кто-то не поставил лайк и пошел дождь в майне. И банда больше огорчилась. Нам добавили белый и чёрный красители. Книги зачарования для арбалета. Давайте кинем банде бамбука. Ну а теперь покажу, как стреляет арбалет от первого лица. Кстати, у фейерверка больше отдачи урона. АМ — это как сигнальные ракеты. Красота. Да, фейерверки теперь просто супер. Всем спасибо за просмотр, всем пока, посмотрим. Прикинь на банду, она повеселела. Значит, кто-то поставил лайк.